Всем добрый день! Я сегодня расскажу об изменениях по НДС и по налогу на прибыль, которые необходимо учесть при составлении декларации за 9 месяцев по налогу на прибыль или декларации за третий квартал по налогу на добавленную стоимость. Начну с изменений по налогу на прибыль, потому что здесь самый, наверное, урожайный был период. Очень много поправок было принято в связи с коронакризисом, и поэтому начнем с налога на прибыль. Что здесь необходимо учесть? Так, что-то у меня слайд почему-то не листается. Сейчас разберемся. Ага, все пошло. Прежде всего хочу напомнить, что для пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть я имею в виду из пострадавших отраслей, были перенесены сроки уплаты авансовых платежей за первый квартал и за второй квартал. Речь идет о тех субъектах малого и среднего предпринимательства, которые были включены в реестр на 1 марта 2020 года. Кроме того, многих пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства освободили от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль, в том числе за второй квартал. Поэтому за второй квартал субъекты малого и среднего предпринимательства в большинстве случаев авансовые платежи по налогу на прибыль не платили, да, и, соответственно, не платят. Вот, для многих только 28 октября наступит срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за март или там за первый квартал 2020 года, соответственно. Но сроки уплаты авансовых платежей в третьем квартале не менялись, если вы, конечно, не просили отсрочку или рассрочку по авансовым платежам. Поэтому еще раз, да, сроки авансовых платежей или отмена авансовых платежей за второй квартал была предусмотрена только для субъектов малого и среднего предпринимательства, будем говорить, по перечню. Все остальные должны были уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль вовремя. Но законодатели приняли ряд других мер для поддержки предпринимательства. В 2020 году до конца года налогоплательщики вправе перейти на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль по факту с любого отчетного периода. На мой взгляд, это следовало делать еще по итогам 4 месяцев. Теперь, да, вот самый ближайший период, когда вдруг, если нам захотелось перейти на уплату авансовых платежей по факту, мы можем это сделать, это по итогам 10 месяцев. То есть нужно для этого представить соответствующее уведомление не позднее 20 октября, да, если мы хотим по итогам 10 месяцев перейти на уплату авансовых платежей по факту. Уведомление составляется по соответствующей форме. Здесь хочу напомнить, что по общему правилу налогоплательщики уплачивают ежемесячные авансовые платежи в течение квартала и отчитываются по налогу на прибыль ежеквартально. Но уплата авансовых платежей ежемесячная, исходя из фактически полученной прибыли, это элемент учетной политики. И по общему правилу менять способы уплаты авансовых платежей мы можем только с 1 января каждого года. Да? А теперь нам дана возможность перейти с общеустановленного порядка уплаты авансовых платежей на уплату авансовых платежей по факту. Чуть позже мы обсудим, а стоит ли это делать, и если стоит, то кому это может быть выгодно. Единственное, хочу сказать, что бухгалтеру, безусловно, по трудозатратам это не есть хорошо, как говорится. Потому что при уплате авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли, отчитываться по налогу на прибыль придется ежемесячно, да, то есть представлять декларации. Прежде чем решить вопрос, а нужно ли мне все-таки перейти на уплату авансовых платежей, исходя из фактически полученной прибыли, нужно учесть еще одни изменения в законодательстве. В этом году в целях применения пункта 3 статьи 286 должна применяться величина доходов от реализации в среднем 25 миллионов рублей. О чем идет речь? На самом деле, не все налогоплательщики, которые отчитываются ежеквартально, обязаны уплачивать ежемесячные платежи в течение квартала. Например, бюджетники не платят ежемесячные платежи в течение квартала, да? А также не платят ежемесячные авансовые платежи в течение квартала. Те налогоплательщики, у которых средние доходы от реализации за последние 4 квартала не превышают 15 миллионов рублей. И в 2020 году эти 15 миллионов рублей превратились в 25 миллионов рублей.
То есть, если у вас средние доходы от реализации за последние 4 квартала не превышают в среднем 25 миллионов рублей, вы не платите ежемесячные авансовые платежи в течение квартала, вы должны заплатить авансовый платеж только по итогам квартала. Поэтому, соответственно, если у вас средние доходы от реализации за последние 4 квартала не превышают 25 миллионов рублей, переходить на уплату авансовых платежей по фактически полученной прибыли смысла нет, да? Так вы будете раньше высвобождать оборотные средства, то есть изымать, простите, оборотные средства для уплаты налогов. А давайте посмотрим, как я должна понять, а надо ли, вот сейчас я сдаю декларацию за 9 месяцев по налогу на прибыль, надо ли мне начислять ежемесячные платежи на 4 квартал и, соответственно, на 1 квартал 2021 года. Что я должна для этого сделать? Обратите внимание, уплата авансовых платежей по итогам квартала, да, без отсутствия, без ежемесячных платежей, это не элемент учетной политики, это прямая норма налогового кодекса. То есть, если условия соблюдаются, да, то ежемесячные платежи не платим. Если не соблюдаются, значит, платим ежемесячные платежи. Итак, при заполнении декларации за 9 месяцев что я должна делать? Я должна взять предыдущие 4 квартала, да, отмотать назад как бы доходы от реализации. То есть, я беру доходы от реализации за 9 месяцев 2020 года, строка 10 декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев, да, это у меня 3 квартала. Прибавляю к этим 3 кварталам доходы от реализации за 4 квартал 2019 года, поделила сумму на 4, получилось 25 миллионов рублей или менее, ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал и, соответственно, на 1 квартал 2021 года я не начисляю. Получилось более 25 миллионов, значит, заполняю соответствующие строки в декларации по налогу на прибыль и рассчитываю ежемесячные платежи на следующий квартал. И так, можно сказать, каждый квартал мы должны себя проверять. А, и, кроме того, для принятия решения о переходе на уплату авансовых платежей по факту нужно еще посмотреть, а как мы сработали по итогам третьего квартала с точки зрения налога на прибыль. То есть, если прибыль по сравнению с декларацией за полугодие не приросла, да, то есть у нас, возможно, даже еще убыток случился, да, или прибыль не приросла нулю, да, может быть, там сколько была, столько и осталось, ну, теоретически такое возможно, да, вот, то в этом случае у нас нет ежемесячных авансовых платежей на четвертый квартал, да, раз за третий квартал у нас не случился по итогам квартала авансовый платеж. Соответственно, опять же, переходить на уплату авансовых платежей по факту тоже смысла нет. Если у нас средняя выручка от реализации больше 25 миллионов рублей, то при переходе на уплату авансовых платежей по факту с октября 2020 года, единственное, что мы здесь можем выиграть, это отложить платеж по сроку 28 октября, да, первый платеж за четвертый квартал, по сути, на 28 ноября, то есть на срок уплаты авансового платежа по итогам октября. Вот и все, что мы здесь сможем выиграть. Но вернемся к тем компаниям, у которых средние доходы от реализации менее 25 миллионов рублей. Значит, здесь хочу обратить внимание. Вот эти 25 миллионов рублей действуют до 31 декабря 2020 года. И если этот норматив не продлят на 2021 год, то с 1 января 2021 года у нас, да, по-прежнему в налоговом кодексе будет 15 миллионов рублей. А возникает вопрос. А что делать тем компаниям, у которых средние доходы от реализации не превышают 25 миллионов рублей, но превышают 15 миллионов рублей? Что нужно будет делать в такой ситуации с авансовыми платежами на первый квартал? Да? Или если даже продлят норматив 25 миллионов рублей, а у меня вдруг средние доходы от реализации по итогам 2020 года, да, возьму выручку по итогам 2020 года, поделю на 4, будет более 25 миллионов рублей. Как быть в этом случае? Формально, по нормам налогового кодекса, авансовые платежи первого квартала равны авансовым платежам четвертого квартала. Но
Минфин считает, что вот эта норма, да, 15 миллионов рублей, да, сейчас пока 25 миллионов рублей, да, это специальная норма. Поэтому, если вы не укладываетесь в этот норматив, обязанность по уплате авансовых платежей возникает с момента превышения этого норматива. То есть, иными словами, если по итогам 2020 года вы возьмете выручку от реализации за 2020 год, поделите на 4, и получится, что вы уже не укладываетесь в норматив, чтобы уплачивать авансовые платежи только по итогам квартала, то, по мнению Минфина, нужно будет представить уточненку за 9 месяцев и начислить себе ежемесячные авансовые платежи на первый квартал, соответственно, 2021 года. В материалах к вебинару вы сможете подробно на слайдах посмотреть, какие разделы декларации представляются в этом случае, чтобы начислить себе ежемесячные платежи на первый квартал 2021 года. То есть, ну, трудно, наверное, так воспринимать. В подразделе 1.2 с кодом 24, то есть четвертый квартал в уточненной декларации мы поставим нули, да, а в подразделе 1.2 с кодами 21, соответственно, авансовые платежи на первый квартал 2021 года мы уже заполним, то есть поставим туда числовые показатели. Но если вы и начислим по строкам 290, 340 ежемесячные платежи на первый квартал 2021 года. Если вдруг вы этого не сделаете, то, в общем-то, штрафных санкций за неуплату авансовых платежей нет, но пени налоговый орган нам, соответственно, доначислит. Также, поскольку сейчас все-таки конец года практически, да, возникает вопрос, а если мы захотим сменить способ уплаты авансовых платежей с 1 января 2021 года? То есть, например, мы захотим, вот сейчас мы не перешли на уплату авансовых платежей по фактической прибыли, а с 2021 года думаем, а почему бы и нет, да? Буду отчитываться ежемесячно, но зато уплачивать авансовые платежи по фактической прибыли. Почему бы и нет? Могу это сделать, да? Или, например, мы перешли на уплату авансовых платежей по фактической прибыли, думали, нам это будет выгодно. А теперь посмотрели, нет, овчинковые сделки не стоят, хотим вернуться на уплату авансовых платежей по итогам, то есть ежемесячных авансовых платежей, сдавать отчетность поквартально. То есть можем это сделать? Конечно. То есть менять способ уплаты авансовых платежей мы можем с 1 января каждого года. Самое главное, не позднее 31 декабря уведомить об этом налоговую инспекцию. Значит, если мы переходим на уплату авансовых платежей по факту с 1 января 2021 года, то в декларации за 9 месяцев мы должны включить всего лишь одну страницу подраздела 1.2 с кодом 24, да, то есть код указать. Так мы тоже одну страницу включаем обычно, да, просто код не ставим. Вот, а если мы переходим на уплату авансовых платежей по фактической прибыли с 2021 года, то в декларации за 9 месяцев включаем раздел подраздела 1.2 с кодом 24 и начисляем ежемесячные платежи себе только на четвертый квартал. Если же мы, наоборот, с фактических платежей переходим на ежемесячные в течение квартала с 1 января 2021 года, то в декларации за 11 месяцев нужно включить подраздел 1.2 с кодом 21 и, соответственно, начислить себе ежемесячные платежи на первый квартал. Кстати, в продолжение темы авансовых платежей хочу напомнить, что с 1 октября меняются правила зачета и возврата излишне уплаченных налогов. То есть послезавтра, получается, будет неважно, по какому налогу у нас переплата, то есть по какому виду. Да? Сейчас у нас федеральные засчитываются федеральные, региональные в региональные. С 1 октября будет неважно. То есть будет у вас, например, переплата по налогу на имущество, можно будет зачесть ее в счет уплаты, например, налога на добавленную стоимость. Да? Причем Минфин разъяснил, что новые правила будут применяться в том числе и к старой переплате, то есть которая будет висеть у нас в лицевом счете на 1 октября 2020 года. То есть уже ее налоговые органы смогут зачесть по новым правилам туда, куда, соответственно, нужно это сделать. Так вот, На что еще хотелось обратить внимание? Хочу заметить, что формально, если у вас переплата по, в том числе, авансовым платежам, например, по налогу на прибыль, да, и вы хотите, чтобы эта переплата была зачтена в счет уплаты следующих авансовых платежей, то лучше написать заявление, потому что формально, на основании статьи 78, зачет![![![————==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 
переплаты в счет следующих платежей производятся только на основании заявления. И налоговые органы самостоятельно могут зачесть переплату только в счет недоимки по другим налогам. Ну, вот так в кодексе написано. И поэтому бывали случаи, когда при наличии переплаты налогоплательщикам не выдавали справки об отсутствии долга, потому что не было заявления о зачете авансовых платежей в том числе. То есть были судебные решения, которые сказали, что такой зачет налоговики все равно должны производить самостоятельно, потому что считается, что налогоплательщик просто досрочно уплатил налоги. Но к чему спорить, да? Лучше написать заявление о зачете, если у вас есть такая ситуация. Что у нас еще изменилось в 2020 году? Много изменений касается вот как раз коронавирусного периода. Вы знаете, что сейчас работодатели обязаны соблюдать правила, так сказать, безопасности, да, охраны труда, то есть выдавать своим работникам средства защиты, маски, перчатки, делать ограждения, чтобы соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. И возникал вопрос, как вот эти все расходы учитывать. К расходам на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, то есть в составе прочих расходов, в состав прочих расходов, да, включены также, вот прямо это указано, расходы на дезинфекцию помещений, приобретение приборов, спецодежды, других средств индивидуальной и коллективной защиты, да, то есть маски, перчатки, все это мы можем учитывать в составе прочих расходов как меры на обеспечение нормальных условий труда. Единственное, что меня тут смущает, в статье 264, которую вы сейчас видите на экранах, оговорено, что все вот это, все средства защиты мы можем учитывать в расходах, если они произведены по требованию органов госвласти, органов местного самоуправления, да, то есть вот по, на основании гигиенических требований органов государственной власти, да, и местного самоуправления. В связи с этим хочу обратить ваше внимание, что СанПин по профилактике коронавирусной инфекции был утвержден только 22 мая, да, а мы уже, кто работал в офисах до 22 мая, обеспечивали работников всем необходимым, проводили дезинфекцию, все, что нужно, делали. Так вот, в СанПине указано, что регионы устанавливают сами, какие мероприятия должны проводиться на их территории. И, например, если взять для примера Москву, да, то в Москве в апреле нужно было измерять только температуру, ни про какие маски и перчатки в указах мэра Москвы не было. А письма Роспотребнадзора носили рекомендательный характер. Роспотребнадзор рекомендовал работодателям делать что-то, да. И только с 12 мая по указу мэра Москвы работодатели стали обязанными выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Поэтому формально получается, если брать для примера Москву, то только с 12 мая работодатели вправе учитывать расходы на маски, перчатки и дезинфекцию, соответственно, в составе прочих расходов. Я не думаю, что до этого момента, если мы учли такие расходы, тем более, в общем-то, на мой взгляд, и без уточнения они должны были относиться к расходам на обеспечение нормальных условий труда, налоговые органы будут предъявлять претензии. Ну вот, нам просто хотелось обратить внимание на такую, на мой взгляд, не совсем корректную, наверное, формулировку в налоговом кодексе. Что еще? Кроме того, в состав прочих расходов на обеспечение, да, нормальных условий труда, это вот прочие расходы, их выделили в отдельный пункт, также относятся расходы на приобретение медицинских изделий для диагностики новой коронавирусной инфекции по перечню, утвержденному постановлением правительства. То есть для кого эти расходы не уточняется. И даже если мы что-то приобрели для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, и это что-то подпадает под определение амортизируемого имущества, то мы такие расходы учитываем единовременно без амортизации. Что это такое? Что сюда входит? Ну вот вы сейчас видите постановление правительства с перечнем диагностических медизделий, которые можно учесть в составе прочих расходов по налогу на прибыль. И сюда входят, например, термометры, да, установки для фильтрования или очистки воздуха, бактерицидные облучатели. То есть если вы приобрели вот все, что тут написано, да, для офиса, почему нет, то вы
вправе учесть это в расходах, да, в том числе без начисления амортизации. Единственное, на что хотелось обратить внимание, все-таки не все, что перечислено в налоговом кодексе, можно учесть в расходах. Минфин напоминает, что расходы должны быть экономически обоснованы, да, и документально подтверждены. Поэтому, если вы не медицинское учреждение, а, например, захотели купить, я не знаю, аппарат искусственной вентиляции легких, то есть он не направлен на получение дохода, потому что вы сами его применять не сможете, да, то есть это не экономически обоснованный расход. Поэтому, на мой взгляд, обычная компания вот не может учесть в расходах аппарат для искусственной вентиляции легких. Хотя чуть позже мы будем говорить про благотворительность, то есть это можно будет учесть только как расход на благотворительность, но об этом чуть позже, да. То есть это совершенно точно не расходное обеспечение нормальных условий труда и не прочие расходы по налогу на прибыль. Кроме того, ФНС говорит, что расходы на предупреждение коронавируса должны бы нормироваться, то есть должны быть адекватны количеству рабочих, работающих, да, и площади обрабатываемых помещений. И для этого рекомендует использовать письмо Роспотребнадзора 20 апреля 2020 года. То есть там приведены нормативы рекомендуемые, как часто нужно менять маски, как часто там нужно проводить дезинфекцию помещений, да, то есть нельзя тонну хлорки купить, да, и сказать, что это мы все истратили на помещение. Масок, если это одноразовые маски, то там получается 3 маски в день, да, работников положено где-то по нормативу. То есть я хочу заметить, что в любом случае, даже до того, как утвердили в вашем регионе требования об обеспечении работников там, масками, перчатками, средствами защиты, если вы это делали, нужно внести изменения в положение об обеспечении нормальных условий труда работников, то есть определить, какие мероприятия по обеспечению нормальных условий труда будет проводить работодатель, да, дезинфекция помещений, выдача масок, там, перчаток, утвердить нормативы. Если проводите анализы на коронавирус, значит, сделать список лиц, которые должны проходить анализы на коронавирус, да, заключить договоры с медучреждениями, издать приказ, кто, когда, куда идет, да, на эти анализы. Вот на это хотелось обратить внимание. Также хочу заметить, что, как ни странно, в письме Роспотребнадзора, на которое ссылается Федеральная налоговая служба, также рекомендовано работодателям организовать доставку работников на работу, да, тех работников, у которых отсутствует личный транспорт. Но, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, Минфин считает, что расходы на доставку работников к расходам на коронавирус, будем говорить, не относятся. Сейчас я вернусь к этому письму. Почему не относятся? Дело в том, что в статье 270, черным по белому, 270 статья, это расходы, не учитываемые в целях налогообложения, и там черным по белому говорится, что не учитываются расходы на оплату проезда к месту работы и обратно. Да? Исключение составляют те расходы, которые работодатель производит в связи с технологическими особенностями производства. То есть, например, у вас цех далеко от проходной, да, или там официанты заканчивают работу в 3 ночи, когда уже общественный транспорт не работает. Вот, это технологические особенности. Или когда расходы на проезд работников предусмотрены трудовым или коллективным договором. Вот по мнению Минфина, чтобы учесть расходы на проезд работников до работы и обратно, они должны быть обязательно оговорены в трудовом договоре, то есть составлять систему оплаты труда. Да, поэтому вот просто так отнести их к коронавирусным расходам нельзя. И уже по этому поводу есть масса соответствующих разъяснений. И если расходы на доставку работников не оговорены в трудовом договоре, то и учитывать их в целях налогообложения на прибыль нельзя. Что еще, на что хотелось обратить внимание? Субсидии многие компании получают. Самые известные, да, которых, я думаю, знают все, получают субъекты малого и среднего предпринимательства, уже получили так называемые зарплатные субсидии. И как только вышло постановление о предоставлении так называемых зарплатных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в налоговый кодекс были внесены изменения. И субсидии с федерального бюджета
у пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства, которые были включены в реестр на 1 марта 2020 года, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Ну, забегая вперед, если вы получили зарплатную субсидию, вы субъект малого и среднего предпринимательства, то такая субсидия в доходах не учитывается. Но обратите внимание, и расходы, произведенные за счет этой субсидии, тоже не учитываются. То есть, если вам дали субсидию на зарплату, будем говорить так, да, то расходы на эту зарплату нужно сторнировать из налоговых расходов. Ну, я не знаю, зачем эти нововведения сделали. По мне, так проще было субсидию включить в доходы и не трогать расходы, тоже на то же в большинстве случаев и вышло. Но здесь такой интересный момент. Самый распространенный вопрос, который задают субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие зарплатную субсидию. А можно ли за счет этой зарплатной субсидии оплатить налог на добавленную стоимость? В принципе, субсидия не целевая, она в том числе на компенсацию, да, расходов по заработной плате, поддержание рабочих мест и так далее. Но, несмотря на то, что никто не должен спрашивать, куда мы деньги дели, в целях налогообложения нужно показать все равно, куда мы потратили эту субсидию, чтобы показать, какие именно расходы не должны учитываться в целях налогообложения. И все равно в постановлении о выделении субсидии оговорено, что она предоставляется на компенсацию расходов. Если мы смотрим налог на добавленную стоимость, то налог на добавленную стоимость – это не расход. Это косвенный налог, который нам теоретически, да, получается, компенсирует покупатели. Поэтому я бы не стала показывать, что за счет субсидии я оплатила свои обязательства по налогу на добавленную стоимость. Вот по налогу на имущество, пожалуйста, это мой расход, да? А НДС у меня в расходах не включается. Поэтому он не включается в доходы, да, НДС, которые я предъявляю покупателям. Поэтому, вот на мой взгляд, оплатить НДС за счет зарплатной субсидии очень рискованно, то есть есть риски, что налоговые органы, да, будут говорить о том, что за счет субсидии оплачены какие-то иные расходы, и, соответственно, будет доначислен налог на прибыль, сумма полученной субсидии. Вот, но при этом, если вы что-то оплатили за счет зарплатной субсидии, например, материалы купили, арендную плату, то входной НДС можете принимать к вычету, а если уже приняли, то восстанавливать не нужно. Вот такие льготы есть, будем говорить, по зарплатной субсидии, да? Некоторые субъекты получили субсидии на, я ее называю, на дезинфекцию, да, на профилактику коронавирусов. То есть здесь не только субъекты малого и среднего предпринимательства, здесь также есть и некоммерческие организации. И возникает вопрос, то есть должна ли эта субсидия у субъектов малого предпринимательства облагаться налогом на прибыль? По мнению Минфина, то есть это, сейчас видите письмо казначейства, которое сказало, что мы тоже не будем проверять, куда вы деньги делим по субсидии на дезинфекцию. Так вот, по мнению Минфина, вот эта субсидия на дезинфекцию не освобождается от налогообложения, даже если ее получил субъект малого предпринимательства, который был в реестре на 1 марта. По мнению Минфина, эта субсидия предназначена для иной категории налогоплательщиков, поэтому на нее положение подпункта 60 статьи 251 не распространяются. На мой взгляд, позиция Минфина довольно спорна, потому что вот сейчас специально сделала цитату этой нормы. Там не говорится о предназначении субсидии. Там говорится о том, кто эту субсидию получил. И если эту субсидию получил субъект малого и среднего предпринимательства на 1 марта, который был в реестре, да, и у него основной АКВЭД из пострадавших, то субсидия с коронавирусом, да, не должна включаться в доходы. Ну, на мой взгляд, здесь спорить особо не о чем. Ну, включим эту субсидию в доходы, зато и расходы не надо будет корректировать. Да? Расходы на дезинфекцию у нас учитываются в целях налогообложения, то есть никаких вопросов, я думаю, здесь быть не должно. Вот, если вы получили субсидии там не из федерального бюджета, да, или вы получили субсидии не как субъекты малого и среднего предпринимательства, то обратите внимание, такая субсидия включается в состав нереализованных доходов на основании пункта 4.1 статьи 270.
первой. То есть, вот, например, авиакомпании получили субсидию тоже, да, как пострадавшая отрасль, но они не субъекты малого и среднего предпринимательства, и поэтому субсидия должна быть включена в доходы. Напомню, что субсидии на расходы включаются в состав нереализованных доходов, будем говорить, по мере признания расходов. То есть, если вам субсидию дали на те расходы, которые вы уже произвели, да, то на момент получения субсидии денег вы включаете эту субсидию в нереализованные доходы. Если субсидию дали на будущие расходы, то по мере признания расходов, в том числе через амортизацию, в той же сумме субсидию вы включаете в состав нереализованных доходов и так далее. То есть здесь все просто. Если вы производите расход за счет субсидий, по сути, вы выходите в ноль. То есть лишнего ничего платить не нужно. С полученных субсидий на расходы НДС мы не платим, объекта обложения нет, мы здесь ничего не продаем, то есть право собственности не переходит, но по общему правилу расходы, произведенные по расходам, произведенным за счет субсидий, нужно восстановить НДС, если мы принимали НДС к вычету, или мы не принимаем к вычету НДС, да, если производим расходы за счет субсидий. Но из этого правила есть исключение. Если в документах о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций предусмотрено финансирование затрат без включения в состав таких затрат НДС, то НДС мы принимаем к вычету, да, и, соответственно, восстанавливать налог не нужно. Весь вопрос в том, а как это трактовать? То есть, вот если не говорится, что НДС компенсирует, я могу принимать к вычету НДС по расходам, произведенным за счет субсидий, или нет? Из разъяснений ФНС можно сделать вывод, что все-таки в документах должно быть черным по белому написано, что без налога на добавленную стоимость. Как-то на семинаре мне сказали, зачем вы вообще про эти изменения рассказываете, сейчас все субсидии без НДС, вот мы часто получаем субсидии, у нас в платежке написано «субсидия без НДС». Ну, скажу откровенно, я задумалась, думаю, действительно, зачем же вот изменения-то внесли? То есть выделяйте субсидии без налога на добавленную стоимость, и все будет замечательно, зачем вот это, городить огород. Оказалось, что на практике все не так. Не так давно нас попросили ответить на вопрос, надо ли восстанавливать НДС по субсидиям, полученным на компенсацию лизинговых платежей. То есть определенные категории наших, да, налогоплательщиков предоставляли субсидии на компенсацию лизинговых платежей. Если я не ошибаюсь, там что-то было, например, 30% от уплаченных лизинговых платежей, да, по определенному оборудованию. И к своему удивлению я выяснила, что постановление правительства о выделении этих субсидий, в нем оговорено, что предоставляется субсидии именно в размере 30% от всей суммы лизинговых платежей, то есть включая налог на добавленную стоимость. И даже если какие-то сомнения еще были, я открыла график лизинговых платежей, ту сумму, которая была одобрена, да, в виде субсидий, поняла, что 30% берется от суммы вместе с налогом на добавленную стоимость. Поэтому, несмотря на то, что при получении субсидий в платежке написано «без НДС», надо открывать законы, то есть надо открывать постановления, которыми выделяются эти субсидии, надо открывать договоры, на основании которых мы получаем эти субсидии, и смотреть, что там с налогом на добавленную стоимость. И поэтому в этой ситуации, конечно, налогоплательщику пришлось восстановить часть НДС по лизинговому платежу, на оплату которую он получил субсидию. Поэтому здесь не все так просто. Да? То есть если вы производите расходы за счет субсидий, которыми предусмотрено финансирование, в том числе расходов по налогу на добавленную стоимость, то НДС к вычету не принимается. Но обратите внимание, если вы вдруг основное средство купили за счет субсидии, да, в том числе с налогом на добавленную стоимость субсидии, то НДС не включается в стоимость основного средства, он включается в состав прочих расходов. Кстати, хочу заметить, что расходы по предупреждению коронавируса можно возместить за счет взносов на травматизм. Ну, скорее всего, об этом будет Татьяна Тарасова рассказывать, если у нее останется время. Но самое главное, до 1 октября представить соответствующее заявление в ФСС. И здесь, вот с моей точки зрения, да, вот с точки зрения налога на прибыль возникает вопрос. Мне ФСС разрешит потратить деньги на компенсацию
вот этих расходов на предупреждение коронавируса, да, тоже на дезинфекцию и так далее, там перечень есть конкретный. Надо ли мне включать эту субсидию в доходы, да, и что у меня будет с налогом на добавленную стоимость? Здесь позиция такая же. По бюджетному законодательству вот это финансирование из фонда социального страхования тоже является субсидией. Поэтому, если мне субсидия предоставляется на компенсацию расходов, она включается в состав нереализованных доходов по мере признания расходов. И, то есть, если я уже, извините, потратилась на хлорку и прошу возместить ФСС мне расходы на хлорку, да, за счет взносов на травматизм, то в этом случае при получении денег из ФСС или на дату проведения зачета в счет уплаты взносов на травматизм, я признаю нереализованный доход, да, в той сумме, в которой мне разрешили, да, в которой я покрываю уже произведенные расходы. Если мне компенсируют, то есть я получаю субсидии на возмещение расходов, которые не учитываются в целях налога на прибыль, например, по тому же травматизму я могу оплатить сотрудникам путевки прям напрямую, да, в санаторий. Путевки напрямую в санаторий, которые оплачены в расходах, по прибыли не учитываются, поэтому, когда я буду проводить зачет таких расходов в счет взносов на травматизм или получу возмещение с ФСС, у меня дохода, облагаемого налогом на прибыль, не будет. А по НДС смотрите, надо ли восстанавливать, извините, по хлорке перчаткам, да, которые вы, по расходам, которые вы произвели за счет взносов на травматизм или не надо, смотрите, на что вы просили деньги. Если вы купили хлорку за 120 тысяч, просили от ФСС за честь 100 рублей, значит, восстанавливать НДС по хлорке не нужно, да, потому что НДС, ФСС вам в этом случае не компенсирует. Если вдруг 120 рублей попросили, ФСС согласилась профинансировать в том числе и 20 рублей НДС, соответственно, НДС по хлорке в моем примере нужно восстановить. Ну, еще такой вопрос. Прощение кредита на коронавирус, да, то есть многие получили льготные зарплатные кредиты, и при определенных условиях потом кредит будет прощен. Да, и вместе с процентами. Возникает вопрос, как быть с расходами, которые мы сейчас производим за счет этого кредита. Минфин разъяснил, что все нормально, и вычеты, и НДС по вот этим кредитам, которые могут быть впоследствии прощены, производятся в обычном порядке. То есть ничего восстанавливать не нужно, ничего делать не нужно. Что еще? Также хочу обратить ваше внимание на разъяснение Минфина. Дело в том, что у нас в статье 265, это внереализационные расходы, есть расходы на потери от простоев по внутренним или внешним причинам. И расходы при простое, вот те расходы, которые относятся к прямым, да, например, амортизация там цеха, пока мы стояли, амортизация офиса, зарплата основных рабочих, которые относятся к прямым расходам, страховые взносы, да, если у нас простой, да, потери от простоев, то вот эти прямые расходы относятся в состав нереализационных. Ну, а возникает вопрос, когда у нас были президентские нерабочие дни, и мы не должны были работать, а зарплата должна была быть у работников, да, так, президент распорядился. Вот эти расходы, да, если они относились бы у нас к прямым, как мы их должны были учитывать? Это простой или нет? Дело в том, что Минтруд разъяснял, что простой во время президентских нерабочих дней могли объявить только те работодатели, которые должны были работать, но не могли по каким-то причинам осуществлять работу, да, отправили работников в простой. А если вы не должны были работать, то у работников не простой, у них не рабочие дни, да, и поэтому, соответственно, о простой говорить нельзя с точки зрения трудового законодательства, но... Если мы посмотрим последнее разъяснение Минфина, приходим к выводу, что он считает, что вот эти президентские нерабочие дни, по крайней мере, заработная плата работников за эти дни, включается в состав нереализационных расходов. То есть, по сути, для налога на прибыль президентские нерабочие дни – это вынужденный простой. Для трудового законодательства в табеле это нерабочие дни, для налога на прибыль президентские нерабочие дни – это простой в нереализационные расходы. Вот на это хотелось обратить внимание. Ну и вычет НДС при простой производится так же, как мы это сделали бы в обычном порядке. На что хотелось бы обратить внимание по изменениям с 2020 года. Пробежимся по самым важным. По налогу на прибыль, вот здесь как раз с 2020 года были более
больше технических поправок, поэтому я взяла только те, на которые, ну, на мой взгляд, хотелось бы обратить внимание. Ну, первое, наверное, исключено положение, по которому срок полезного использования расконсервированного объекта нужно продлевать на период консервации. Почему исключили? Потому что он автоматически продлевался. То есть после консервации, после расконсервации, простите, у нас все равно норма амортизации оставалась прежней, если мы не продлевали срок полезного использования, единица зеленая на N, и поэтому мы все равно амортизировали это основное средство за пределами срока его полезного использования. С этого года, обратите внимание, основные средства, переданные в безвозмездное пользование, амортизируются, но амортизация не учитывается в расходах. Для чего это сделали? Поясню на примере. Давайте представим, вы купили автомобиль, да, основное средство. Ну, автомобили решили передать безвозмездное пользование своей дочерней компании, пусть пользуется. Взяли и передали, да, безвозмездное пользование. Так вот, пока у вас автомобиль в безвозмездном пользовании, вы в налоговом учете начисляете амортизацию, но в расходах ее не учитываете. То есть пока автомобиль в безвозмездном пользовании, вы, по сути, теряете уже в налоговых расходах. Через 2 года, предположим, автомобиль получили из безвозмездного пользования и решили продать. В этом случае в расходах у вас будет остаточная стоимость автомобиля, в моем примере, а не первоначальная, да? То есть вот эти расходы за время безвозмездного пользования мы, считайте, получается, потеряли. Ну, не знаю, может быть, это, да, и имеет экономический смысл, да, зачем же приобретать то, что предназначено для не получения дохода, да, для безвозмездного использования. Вот, и менять метод начисления амортизации с этого года официально можно только 1 раз в 5 лет. В принципе, раньше на практике это получалось то же самое. Кроме того, с этого года правопреемнику запрещено учитывать убытки права предшественника, если налоговый орган при проведении проверки обнаружит, что основной целью реорганизации был как раз учет убытков. То есть, если Ромашка посчитает, что слишком много платит налога на прибыль и решит присоединить к себе Лютика с убытками, да, просто для того, чтобы минимизировать расходы по уплате налога на прибыль, то в этом случае налоговый орган скажет, нет, такие убытки учитывать нельзя. То есть, одну из схем ухода от налогообложения официально, будем говорить, прикрыли, да, на федеральном уровне. Ну и ограничения по переносу убытков на будущее, то есть, напомню, убытки переносятся на будущее и могут уменьшать не более чем на 50% налоговую базу, продлили до конца 2021 года. При этом по сроку переноса убытков, да, у нас никаких ограничений нет, хоть 100 лет переносить. Также хочу заметить, что за 2020 год декларацию по налогу на прибыль мы будем сдавать опять по обновленной форме. Каждый год у нас обновленная форма декларации. Ничего там сверхъестественного нет, да, устранили там некоторые, будем говорить, несуразности, внесли изменения. Уже, можно так сказать, по изменениям с 2021 года, например, для IT-технологий, для организации в области IT-технологий будут применяться льготные ставки по налогу на прибыль с 2021 года. А вот, вообще большинство деклараций изменений, обязанные соглашению о защите и о поощрении капвложений, из-за них все декларации в большинстве случаев меняются. Но забегая вперед, скажу, что и декларацию по налогу на имущество за 2020 год будем сдавать по новой форме. И декларацию по НДС за 4-й квартал тоже будем представлять по новой форме. То есть, как обычно, в начале года сюрпризов у бухгалтеров просто вот, да, очень много. Поэтому начало 2021 года обещает быть, как обычно, да, загруженным для бухгалтера. Это подготовка отчетности годовой, уже 1-й квартал отчетность начинается, новая форма декларации и так далее. Поэтому хочу напомнить, если ваша компания подлежит обязательному аудиту, начните аудит уже сейчас, первый этап. Сейчас самое время, уже есть что проверить. Отчетность за 9 месяцев,
То есть уже большую часть аудита будет проведена до 2021 года, до начала года, до того, как вот это все обрушится, изменения, новые формы декларации, вы спокойно в отчетный период сможете с минимальными потерями времени, да, уже получить аудиторское заключение по итогам года. То есть уже основная работа будет сделана сейчас. Тем более сейчас мы своим клиентам предоставляем всевозможные бонусы. Сейчас, когда будет горячий период, первый квартал, я думаю, что там бонусов не будет, потому что это самое востребованное время аудиторов. Поэтому сейчас можете получить бонусы. Это и дополнительные часы консалтинга, и аудит учетной политики в зависимости от договоров, и юридическое сопровождение проверенного периода. То есть бонусы каждый может выбрать для себя сам. А если клиенты заключают договор на проведение системного комплексного аудита, то есть это аудит с углубленной проверкой налогового учета и выполняет наши рекомендации, то в этом случае наши клиенты получают еще и расширенную страховку от налоговых претензий. То есть, если вдруг за проверенный нами период налоговые органы доначисляют налоги, наши юристы оказывают поддержку, то есть и представляют ваши интересы в налоговой инспекции в суде, если отбить доначисление не удастся, то компания Ингострах компенсирует действительный ущерб, то есть штрафы и пени, да, доначисленные по итогам проверки. Вы можете, кстати, навести телефон на QR-код и за одну минуту узнать стоимость, приблизительную стоимость аудита. Я сама пробовала, скажу, действительно, у меня это заняло даже меньше минуты. Вводите всего 3 показателя, и вам на электронную почту никто не звонит, на электронную почту приходит расчет. А если вы задумались о проведении аудита, то у нас уже есть и еще один бонус уже, да, без заключения договора. Можете скачать анкету, заполнить ее на проведение аудита и получить бесплатно 4-часовой курс Ирины Лихникевич по изменениям 18 БПУ. Ольга Легонькова сегодня будет рассказывать основные моменты, да, основные вопросы, которые возникают у наших клиентов при применении 18 ПБУ. Но Ирина Лихникевич целых 4 часа на конкретных примерах, да, рассказывает, что нужно учесть. Поэтому всем рекомендую, можете даже распечатать запись этого видеокурса, конспект, и с карандашом смотреть всевозможные примеры. Я возвращаюсь к теме нашего вебинара, тем более у меня уже времени немного осталось. В плане заявила порядок отражения уступки права требования в декларациях по налогу на прибыль и НДС. Сейчас понимаю, что времени немного, но раз заявила, должна обязательства исполнять, поэтому несколько слов скажу, а если вам нужны подробности, вы сможете их посмотреть на слайдах. Вот из аудиторской практики могу сказать, что довольно распространенная ошибка у компаний, которые в первый раз уступают право требования по договору, заполняют они лишнюю отчетность. То есть о чем идет речь? При уступке права требования, мы сейчас говорим, да, о первоначальном кредиторе, если мы уступаем право требования после наступления срока платежа, у нас, как правило, возникают убытки, да, никто у нас не купит право требования по той же цене или по той же цене в лучшем случае, да, скорее всего, дешевле, чем нам должны заплатить. Так вот, у нас возникают, как правило, убытки. Эти убытки учитываются в налоговом учете без каких-либо ограничений. Поэтому, если вы уступаете право требования после наступления срока платежа, то приложение 3 ко второму листу декларации по налогу на прибыль заполнять не нужно. Ну, если так коротенько, то вы отражаете реализацию права требования там же, где отражаете выручку от реализации товаров, работ и услуг в приложении 1 ко второму листу и расходы в приложении 2 ко второму листу. Вот если вы уступили право требования до наступления срока платежа, то здесь убытки нормируются и зависят от статьи 269 Налогового кодекса. Ну, грубо говоря, ставки рефинансирования банка, если это российские, да, в российских рублях и так далее. Вот. Или вы берете рыночную стоимость процента.
здесь расходы, то есть убытки, нормируются, и в этом случае вам нужно будет заполнить приложение 3 ко второму листу декларации. По налогу на добавленную стоимость, если мы уступаем право требования с убытком, налоговая база равна нулю, но здесь хочу напомнить, счет-фактуру нужно выставить. В нем мы указываем, будем говорить, продажную стоимость права требования, где всего стоимость товаров с налогом на добавленную стоимость, где сумма без НДС, указываем межценовую разницу, если требование, уступленное с убытком, оно будет равно, межценовая разница, пятая строка, будет равна нулю, соответственно, сумма, предъявленная к уплате НДС, тоже будет равна нулю. Поэтому при уступке права требования с убытком счет-фактура будет зарегистрирован в книге продаж и попадет в 9 раздел декларации. Это облагаемая операция, поэтому в 7 разделе декларации она не отражается. Ну, если, конечно, само право требования, да, не освобождается от НДС, например, по займу. Вот, что касается налога на добавленную стоимость, то здесь даже для пострадавших отраслей, хочу заметить, никакие сроки уплаты НДС не переносились, поэтому все платим НДС в общие сроки, да, ничего перенесено не было. Какие изменения, связанные с коронакризисом, будем говорить, произошли по налогу на добавленную стоимость? Ну, как ни странно, они связаны все равно с налогом на прибыль. Я уже упоминала, что с этого года в расходах можно учесть некоторые расходы на благотворительность. Вот в частности, расходы на передачу имущества, в том числе денег, на предупреждение и предотвращение или диагностику коронавируса, можно учесть в составе внереализационных расходов. Новая норма появилась, вступила в силу задним числом с 1 января 2020 года. Но, правда, не все имущество, да, которое мы на борьбу с коронавирусом передадим, а только в том случае, если это имущество передается органам власти, государственным муниципальным учреждениям, ГУПам, МУПам или медицинским организациям, являющимся некоммерческими. И Минфин разъяснил, чтобы воспользоваться этой льготой, то имущество, которое мы передаем, должно использоваться по прямому назначению. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то пояснил, да? Вот как это прямое назначение определить? Потому что у Минфина были разъяснения, что там спрашивали, мы еду передаем, больницы для больных коронавирусом, можно учесть? И Минфин отвечал, что ну, сказал, что да, раз для больных коронавирусом. То есть что значит прямое назначение? Ну, вот понятно, что нормы применялись в торопях, и теперь у налогоплательщиков возникают большие вопросы. Чуть позже я расскажу, как это усугубить, да, что мы по прямому назначению имущества передаем или деньги. Так вот, обратите внимание, что касается НДС, то передача имущества на борьбу с коронавирусом ГУПом, МУПом и учреждением, да, теперь не является объектом обложения НДС. А если мы передаем это имущество медицинским организациям, некоммерческим, то это не является объектом обложения НДС, если мы передаем имущество некоммерческим организациям на осуществление их уставной деятельности. При этом входной НДС, относящийся к имуществу, переданному на борьбу с коронавирусом, опять же, если это имущество передается ГУПам, МУПам, учреждениям и медицинским некоммерческим организациям, восстанавливать не нужно, и мы можем принять к вычету. Чтобы вот подвести итог тому, что я сейчас сказала, я понимаю, что я это сделала сумбурно, приведу сразу пример. Предположим, мы компания, которая занимается реализацией медицинского оборудования, предположим, оно облагается по ставке 10%. Я купила оборудование, приняла к вычету НДС. Да, а теперь решила передать его на борьбу с коронавирусом. Ну, например, бюджетному учреждению больницы. Или вот там гендиректор купил аппарат, да, для искусственной вентиляции легких, который в коммерческой деятельности не нужен. Вдруг, да, сотруднику нужен. Передам медицинскому учреждению, да, бюджетному, на борьбу с коронавирусом. Почему нет? Могу. Что у меня получится? НДС нет при передаче, входной НДС, если мне предъявили по этому оборудованию, я принимаю к вычету, и, соответственно, стоимость этого оборудования я включаю в состав нереализованных расходов, да, как расходы на борьбу с коронавирусом. То есть вот такая интересная ситуация получается. Но если я передаю имущество другим некоммерческим организациям, да, не медицинским, да, в том числе, если расходы учитываются в целях налогообложения, то здесь
Действует общее правило о налоге на добавленную стоимость. То есть НДС нужно восстановить. То есть раз я передаю некоммерческим организациям на осуществление их уставной деятельности, это не объект, но это не медицинская организация, поэтому я должна восстановить входной НДС по тому оборудованию или имуществу, которое передаю на борьбу с коронавирусом. Кстати, хочу заметить, что расходы на безвозмездную передачу имущества некоторым некоммерческим организациям тоже учитываются в целях налогообложения в составе внереляционных расходов. Правда, такие расходы нормируются, они не должны превышать 1% выручки от реализации. Да? Ну и в частности, это, то есть можно имущество передавать некоммерческим организациям, которые президентские гранты получали по определенному списку, и иным, кстати, некоммерческим организациям, которые пострадали. И меня как-то на семинаре спросили, а можно мы передадим, например, детской некоммерческой организации, там скакалки, мячики, условно говоря, да, и учтем их в расходах. В принципе, если эта детская некоммерческая организация относится к иным, включенным в реестр некоммерческой организации, пострадавшим, да, например, это образовательная организация, может быть, да, некоммерческая, то, в принципе, да, можно передать, в моем примере, мячики, скакалки, передаем, учитываем в расходах. НДС у нас нет, если некоммерческая организация на ее уставные цели, да, но входной НДС к вычету здесь принять не сможем. Возникает вопрос, как подтвердить, что у нас или нет объекта по НДС, да, или это, эти расходы можно учесть в целях налогообложения. Значит, в 25 главе никаких требований нет, поэтому, на мой взгляд, в документах должно следовать, да, кому мы передали, ГУПам, МУПам, да, статус компании, на какие цели, там, например, на борьбу с коронавирусом, на осуществление уставной деятельности и так далее. И я вам сейчас показываю статью 149, в которой приведены документы, необходимые для подтверждения того, что операции по передаче имущества на благотворительность освобождаются от НДС. Ну, на мой взгляд, это норма лишняя, но здесь мы возьмем за основу те документы, которые будут подтверждать отсутствие объекта по НДС или наше право признать такие расходы на благотворительность в составе внереляционных расходов. То есть это должен быть документ или контракт от безвозмездной передачи товаров, работ, услуг, да, где должно быть указано цель передачи на уставную деятельность или там на борьбу с коронавирусом и акт приемки передачи. Ну и что у нас изменилось по НДС с 1 января 2020 года? Давайте быстро пробежимся, чтобы вспомнить, что нужно учесть. Значит, с этого года экспедиторы и перевозчики на железнодорожном транспорте могут применять нулевую ставку НДС при транзитной перевозке и транспортировке порожнего ЖД-состава или контейнеров. Я понимаю, что здесь не все перевозчики на железнодорожном транспорте, но если вы заказываете такие услуги, вы должны знать, что в этом случае вам должны предъявить НДС по ставке 0. Но я вполне допускаю, что среди тех, кто слушает наш вебинар, очень много международных перевозчиков или экспедиторов, организующих международную перевозку. И поэтому хочу обратить ваше внимание, что вот если Минфин ответил, да, перевозится там пустой ЖД-состав или контейнеры из России на территорию иностранного государства, то есть не транзитом через территорию России, то применяется 20% ставка НДС. И многие перевозчики и экспедиторы, да, международных перевозок сейчас думают, почему, собственно говоря, тут международная перевозка из России на территорию иностранного государства перевезли. Пустые контейнеры, да, в чем, почему ставка НДС 20%? Поясняю. Значит, ставка 0% применяется только по, вот если говорить об обычных перевозчиках, не на железнодорожном транспорте, да, и экспедиторов, организующих международную перевозку, применяется только, если мы в рамках международной перевозки перевозим товары. Пустые контейнеры – это не товар, говорит Минфин. Товар – это то, что предназначено для продажи. Поэтому, если вы организуете доставку пустых контейнеров, даже в рамках международной перевозки, к сожалению, ставка НДС должна быть 20%. И никакие изменения по порожним вагонам и контейнерам по пункт 2.1, пункта 1 статьи 164 не вносились.
Продолжение темы нулевой ставки НДС. Хочу заметить, что с этого года реализация воздушных судов, двигателей, запасных частей к ним, да, а также услуги по передаче гражданских воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре, облагаются по ставке ноль. Ну, я не думаю, что у нас все продают самолеты и вертолеты, а вот двигатели, ну, двигатели нет, запчасти и комплектующие изделия к гражданским судам, да, могут заинтересовать. Может, кто-то там делает гаечки и думает, я могу применять нулевую ставку НДС, если мои гаечки подходят для ремонта воздушных судов. Значит, здесь ответ такой, да, если вы получите справку Минпромторга о том, что ваши гаечки, да, предназначены для ремонта воздушных судов в нашем российском реестре, то значит, тогда у вас будет нулевая ставка. Если такой справки Минпромторга у вас нет, то, к сожалению, обычная ставка 20%. А в продолжение темы нулевой ставки хочу напомнить, что с 1 апреля налогоплательщики, будем говорить, розничные экспортеры наконец-то получили реальную возможность подтвердить нулевую ставку НДС, если товары пересылаются почтой. То есть теперь не нужно нам данные из сами декларации на товары, нам нужны данные из этих деклараций, которые мы занесем в электронный реестр. То же самое, если наши товары доставляются перевозчикам, да, и на них оформляется декларация для экспресс-грузов, то тоже данные из этой декларации для экспресс-грузов мы включаем в реестр в электронной форме, и это будет один из документов, подтверждающих ставку ноль. Нам еще нужен контракт, да, на реализацию этих товаров за рубеж. Вот. И уже электронные форматы этих реестров были утверждены в марте 2020 года. Также хочу заметить, что с 1 сентября обновились электронные форматы реестров, представляемых в налоговую инспекцию для подтверждения нулевой ставки НДС. И поэтому я понимаю, что вы бухгалтеры, а не программисты, и сами не занимаетесь обновлением электронных форматов. Ну, все-таки надо программистам задать вопрос. У нас уже обновился электронный формат? Или представьте реестр для подтверждения нулевой ставки НДС чуть раньше по итогам третьего квартала, соответственно, чтобы быть уверенным, что реестры прошли формат аналогический контроль, и все у нас хорошо. Что у нас изменилось с 2020 года по налогу на добавленную стоимость еще, да? Обязанность по восстановлению НДС, принятому к вычету реорганизованной организации, теперь возлагается на ее правопреемника. То есть таким образом еще одну схему уклонения от налогообложения предотвратили, когда компания, например, на общей системе покупает недвижимость, принимает к вычету НДС, да, и присоединяется к компании, которая на упрощенке, для которой, собственно говоря, и была предназначена эта недвижимость. То есть теперь, если у правопреемника возникает обязанность по восстановлению НДС, он должен это сделать в том числе и по реорганизованной организации. Ну, с вашего позволения, я не буду здесь углубляться. И последний вопрос, наверное, по НДС. Уже время все поджимает. Уточнили порядок принятия к вычету НДС по нематериальным активам. То есть до 2020 года НДС по нематериальным активам мы должны были собирать на 19-м счете и могли принять его к вычету единовременно, только когда нематериальный актив был отражен на счете 0,4. С 2020 года нематериальные активы попали туда же, где НДС предъявлены заказчиками по строительству. И теперь при создании нематериальных активов мы принимаем к вычету НДС по мере отражения в учете товаров, работ и услуг. То есть подписали акт выполненных работ, приняли к вычету НДС, соответственно. Нет, все-таки не могу это умолчать, все последние расходимся. С 2021 года, обратите внимание, изменяется налогообложение передачи прав на программы ЭВМ. Передача прав на программы ЭВМ будет освобождаться только в том случае, если программы будут включены в единый реестр российских программ для ЭВМ. Сейчас для освобождения достаточно заключить лицензионный договор или договор об отчуждении прав, да? Вот, с 1 января 2021 года нужно будет еще, чтобы программа была включена в российский реестр. В материалах вебинара вы сможете посмотреть порядок включения программ в российский реестр. И при этом обратите внимание, что не будут освобождаться от НДС передачи прав на программы ЭВМ, если передаваемые права состоят в получении возможности распространять рекламную информацию в интернет, размещать предложения о приобретении товаров или заключать сделки. Надо отдать должное законодателям,
Не очень удачная формулировка, здесь возникают вопросы. То есть что имеется в виду, если передаваемые права состоят в? То есть здесь имеется в виду, когда договор о передаче прав перекрывает собой, по сути, услуги по распространению рекламы в интернет, или же имеется в виду, что если один из функционалов программы позволяет делать, например, интернет-рекламные рассылки, то уже права на программный продукт не должны освобождаться от НДС. То есть хотелось бы получить разъяснение Минфина, ну, как бы ждем, да, когда нам это пояснят. Поэтому, да, резюме. С 1 января 2021 года, если вы приобретаете права на программные продукты, не включенные в российский реестр, стоимость программных продуктов увеличится на 20%. Стоимость программных продуктов иностранных компаний также будет увеличена на 20% налога на добавленную стоимость. И, соответственно, рекламные программы, да, и будем говорить, торговые программы тоже должны подорожать на сумму НДС. Как видим, очень много изменений, и изменения уже есть по 2021 году, но я думаю, что мы отдельно встретимся на вебинаре, посвященном изменениям с 2021 года. То есть вот уследить за всеми изменениями бывает довольно трудно, и поэтому, безусловно, бухгалтеру нужна помощь не только юриста, да, налогового консультанта. И здесь хочу заметить, что компания «Правовест Аудит» оказывает помимо обязательного аудита еще и инициативного. В режиме одного окна вы можете получить и консалтинговые услуги, и сопровождение в налоговую инспекцию, и представительство в суде, и услуги по ТЦО, и МСФО и так далее. Вот, обращайтесь, будем рады. Теперь, Наталья, есть ли у нас вопросы? Да, Виктория, во-первых, большое спасибо участникам, хочу сразу сказать, что вопросов очень много, спасибо за такую активность. На часть вопросов, то, что успела, я написала, сейчас попробую часть вопросов хотя бы задать, и мы с коллегами постараемся в режиме онлайн просто, да, ответить на те вопросы, если не устно, хотя бы в письменном виде прямо сейчас в ходе, скажем так, нашего вещания эфирного времени. Итак, вопрос. Вопрос от Константина. Виктория, спасибо за разъяснение, очень полезно. Согласна, да? Если расходы произведены в одном периоде, а субсидия поступила в следующем, как учитываем доходы и расходы? Значит, смотря о какой субсидии идет речь. Если речь идет о зарплатной субсидии, вы учли расходы в одном периоде, субсидия поступила в другом, то получается тогда нужно представить уточненную декларацию и убрать эти расходы, за счет которые вам возместили за счет субсидии. Я знаю, что даже в бухгалтерских программах есть, условно говоря, функция сторона расходов по таким субсидиям. Если это не зарплатная субсидия, да, и вы должны ее признать в доходах, то, соответственно, расходы вы признали, вы с ними ничего не делаете, получили субсидию, на дату получения субсидии, уже покрывающую произведенные расходы, вы включаете эту субсидию в состав нереализованных доходов в том периоде, когда получили деньги. Вот и все. Все понятно, спасибо, Виктория. Вопрос от Рустама, 6-й по счету, по упрощенному кредиту. Поясните еще раз, пожалуйста. Упрощенный кредит. Так. Ну, и, значит, здесь есть не по всем кредитам, которые вам простили, да, а только вот по так называемому зарплатному кредиту, который получали субъекты малого и среднего предпринимательства. Там, если вы сохраняете занятость определенную и так далее, условия, то банк снимает с вас этот долг, да, соответственно, и все расходы, которые вы произвели за счет этого кредита, вы даже не переживаете, вы учитываете в расходах в обычном порядке. То есть вот даже вас это не должно мучить, простят вам этот кредит или не простят, да? Да даже если обычный кредит простят, да, не зарплатный, в принципе, все то же самое. Расходы и вычеты, произведенные за счет денег, полученных от кредита, вы учитываете в обычном порядке. Никаких особенностей налоговым кодексом не предусмотрено. Угу. Понятно. Виктория, вопрос от Анны. Распространяется ли подход с НДС на маски, перчатки и так далее? Так, не очень поняла вопрос, о каком именно подходе идет речь. О каком, да, к сожалению, Анна. На маски и перчатки. Значит, здесь это самое. Смотрим, опять же,
если нам субсидию дали на маски и перчатки, то я говорила об этом. Смотрим, дали ли нам субсидию именно с... Значит, еще раз. А, вот, наверное, откуда путаница взяла. Смотрите. Значит, мы не должны восстанавливать НДС, да, только если произвели расходы за счет субсидии на корону, то есть за счет зарплатной субсидии, будем говорить так, да? Вот если вы за счет зарплатной субсидии купили маски и перчатки, вы не восстанавливаете НДС, вы принимаете НДС к вычету. Если вы купили маски и перчатки за счет субсидии с ФСС, да, или за счет другой, да, субсидии, то в этом случае вы смотрите, вам компенсировали налог на добавленную стоимость или нет, да? Если компенсировали, тогда восстанавливайте, здесь обычные правила. Если не компенсировали, значит, принимайте к вычету в обычном порядке. То есть, ну, вот такое правило. Ну да, скорее всего. Виктория, спасибо. Вопросы еще есть. Как я сказала участникам, мы ответим буквально там в ближайшее время, прямо сейчас. Пока, а я сейчас тоже учить. Тогда подключусь и коротенько, да, на ваши вопросы ответим. Всем спасибо. Большое спасибо, всех благ, здоровья, я отключаюсь.